Танкрель, позвольте на два слова. Мисс Танкрель. Конечно. Мисс Танкрель, мэм. Черный ход. Давай. Миннеаполис, штат Миннесота, аэропорт. Отделение педиатрии. Дуранго, Колорадо. Алло? Камерон. Папа! Как ты, здоровяк? Хорошо, ем обед. Ну и как он? Жуткая гадость. Может, мама принесет ужин из дома? Доктор к тебе подходил? Да. Сказал, на неделю выпишу, только чтобы на улицу не выбегал. Ты умница. Ты знаешь, как улицу переходить. Ты на меня сердишься? Слушай, сын. Никто не сердится на тебя. Ты не виноват. Я должен был приглядывать за тобой. Тебя же там не было. Я должен был быть. Боже, сынок, мне пора, я позже перезвоню, ладно? Давай, пока. Камерон, я тебя люблю. Да, что там с Франклином? Утром его опознал очередной свидетель ограбления ресторана в Миннесоте. Я приземлился в Миннеаполисе 15 минут назад. Что-нибудь еще? Его дочка Диди. Ей плохо. Хроническое заболевание. Разослать фото Франклина по всем больницам Миннесоты. Уже сделано. Если повезет, ей станет совсем плохо. Тут он и всплывет. У вас ведь нет детей, Лэнг? Нет. Если что, звоните. Вот это.